Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Сьогодні в нас в гостях голова Всеукраїнського літературного клубу «Фенікс» Олександр Єгоров. Вітаю вас! Здравствуйте! Сьогодні ми поговоримо про вашу творчість, про ваші проекти, взагалі, скільки їх було? Сегодня, на сегодняшний день уже было около 25 проектов сделано, в общем, за все существование клуба. Коли ви створюєте ці проекти, на чому ви робите акцент? В основном это возрождение культуры не только во всей Украине, а особенно в Николаевской области. И наша главная цель – это привлечь к себе молодежь и тянуть их, наверное, за собой вверх. То у вас якесь натхнення повинно бути, щоб створити проект? Чи наболівша тема якась? Когда как, на самом деле. Бывает то, что и наболевшая тема, а бывает то, что, знаете, к примеру, сидим на каком-то концерте или на каком-то фильме, понравилась какая-то идея и начинаем развивать. И, в общем, так и получается. Небольшие, когда большие, когда небольшие проекты. Но я скажу так, то, что культура, она должна идти от души, и неважно в каком размере. В останній раз, коли ви в нас були, наскільки я пам'ятаю, це був чисто фест, правильно? Да. Проєкт. Що це проєкт, як він завершився, вірніше, тоді був анонс, а сьогодні вже можна поговорити про результати. На сьогоднішній день я дуже благодарен всій команді і своїм замістителям, також нашим партнерам, тому що Ніколаївська область во всеукраїнському екологічному фестивалі «Чисто фест» зайняла второе місце серед 24 областей. Перше місце зайняв город Суми, і вони вийшли буквально тільки в одному критерії – это потому что фестиваль проводился 29 апреля. 29 апреля у них было более освещение с помощью СМИ. К сожалению, о нашем фестивале сюжеты, репортажи выходили уже 2-3 мая после праздников, из-за того, что редакции некоторые были выходные на майские. Но, к сожалению, в этом мы проиграли, но в любом случае, я считаю, что это победа не только для Николаевской области, а и для всей Украины. Дуже цікаво, до речі, який приз отримали. Значит, суммы получили финансовую поддержку, и, значит, в 2018 году «Чисто фест» пройдет в Сумах как центральная локация Украины. Николаев занял первое место по акции «Зробимо Украину чистою разом», и также по этой акции в 2018 году это будет последняя уборка Украины, последний этап этой акции, и центральная локация будет тоже в Николаевской области проводиться, а приз еще пока что не дошел. Чи все вам вдалося, те, що ви хотіли реалізувати? Я думаю, да, потому что праздник, как и сам фестиваль, делался для граждан нашего города, в общем-то, для нашей одной большой николаевской семьи. Все отпочили, да? Да, все пришли, отдохнули после уборок. Даже те, кто не убирали, тоже пришли, зарядились массой энергии, приятная атмосфера была на фестивале. Так что я думаю, что любой человек, который к нам пришел, еще долго не забудет об этом фестивале. Ну, це щодо «Чисто фесту». А от літом, які проходили, ну, літом, тільки літо тільки розпочалося, але ж вже є якісь досягнення? Сейчас, значит, лично по нашим розробкам проектів у нас пока что мы только готовимся к запуску на такой вот летний пробег. А пока что мы помогаем только другим организациям. К примеру, совершенно недавно мы помогали модельному дому «Бьюти» с организацией детского конкурса красоты. Он проходил в Балдино, это был финал регионального конкурса красоты «Minimis Model». И сейчас я, кстати, предлагаю просмотреть небольшой видеосюжет. Да, давайте подивимось, тем паче наши операторы, наши журналисты были на цьому святі. Дитячий конкурс краси «Minimis Model» для організаторів уже став традиційним та відбувається вдруге. Протягом цього часу конкурсантки встигли навчитися новому та призвичаєтесь до подіуму. Это большой толчок, это развитие в области моды, здоровья и красоты. Девочки очень сильно меняются, преображаются, то есть они учатся красиво ходить, учатся за собой ухаживать. Дівчаток розділили на дві вікові категорії – молодші від 4 до 8 років та старші від 9 до 14. Серед них були як дебютантки модельних конкурсів, так і ті, хто вже неодноразово брав участь у подібних змаганнях. Я молодка на мій вон. Мама вчила. Вона була багато, я ходила красиво.
Я никогда здесь не была, а еще, ну, я очень люблю всякие конкурсы. Я хочу, ну, победить хоть первый раз. И это будет мой первый раз. Конкурсна програма складалась із 6 показів. Юні моделі демонстрували казкові карнавальні сукні, повсякденний одяг, піжамні та пляжні костюми. У перервах між показами гостей розважали танцювальні колективи Миколаєва. До дефіле долучились і дорослі. Мами готували малечу та іноді самі виходили на подіум, щоб підтримати дітей. В принципі, не нервничала, готувалась нормально. Ну, хороші вчителя, Алла, хороший учитель, дівчинки, які в неї працюють, дуже хорошо преподавали, тому вони виступили. Ну, немножко якісь волнення були, звісно, але, в принципі, все пройшло отлично. Зусилля маленьких конкурсанток оцінювало досвідчене журі. Серед них були фахівці з модельного та рекламного бізнесу. Это нелегкий труд, потому что каждый ребенок по-своему хорошо выступал, хорошо дефилировал, улыбались, умели вести себя на публике. Но для того, наверное, созданы такие конкурсы, чтобы победил лучший. Особливу нагороду отримала маленька Анастасія. Дівчинці виповнилось 7 років. Для неї підготували святковий пиріг та щирі привітання. Усі учасниці конкурсу отримали грамоти та подарунки від спонсорів заходу. Іменні стрічки та титули міс та віце-міс, міні-міс модел 2017 розділили між 4 маленькими красунями. Почесне гран-прі та туристичний тур Європою виборола Христинка із Херсону та Софійка з Миколаєва. Другий регіональний дитячий конкурс краси завершено. Сьогодні кожна маленька красуня – переможниця і героїня своєї казкової історії. Пане Олександре, от наскільки важливо от проводити такі конкурси, взагалі наскільки вони цікаві в нас на Миколаївщині? Адже зазвичай це танці, пісні, декоративно-прикладне мистецтво, ось вже останні роки конкурси краси. Значить, конкурси красоти, модельні конкурси. Я думаю, то, що особливо в Миколаївській області достатньо важливі, так як Миколаїв також славиться як городом невест. І я вважаю, то, що велика заслуга Алли Оріхової, директора модельного дома Beauty, за то, что она еще с самых-самых маленьких девочек делает красивыми, учит, обучает их не только ходить правильно на подиуме, а также обучает их вокалу, ее девочки обучают учителя. Да, у них идут комплексно, это не только вокал и дефиле, это также и хореография, йога, актерское мастерство. И я считаю, то, что люди, которые выходят после таких школ, они выходят довольно не глупыми, а достаточно не только красивыми, а я думаю, еще и умными девочками. Ви являєтесь головою всеукраїнського літературного клубу «Фенікс». От які плани, ідеї на літо? Тим паче, що ви вже сказали, що там щось має бути. Да, значить, літом ми збираємося возобновляти літературні вечора, які будемо проводити буквально кожну неділю в Миколаївській області. Я думаю, то, що в місяць у нас будуть проходити якраз 4 літературних вечора в кожному районі міста, так як ми вже давно хочемо и пытались уже оккультизировать различные районы нашей Николаевской области. И я думаю, это будет достаточно мудро и интересно поездить. К примеру, первая неделя – это будет Заводский район, вторая неделя – Центральный, третья – Ингульский и так далее. Нет, раз в неделю, то есть вот как раз это будет 4 литературных вечера в месяц. Да, то есть… А вот в каждом районе, да, один раз в месяц будет. То есть за лето это будет 2-3 литературных вечера в месяц в каждом районе. Дальше совсем Стоп, скоро. Давайте краще ще раз поговоримо про це. Мені дуже цікаво, а коли розпочнеться ці літературні вечори? Чи є вже якийсь план, графік? Чи це поки що
планах? Значит, я думаю, то, что это все начнется приблизительно с 21 июня, потому что сейчас, к сожалению, большинство моей команды – это студенты, и также 11-классники, выпускники. Сейчас проходят сессии, сейчас проходят еще ЗНО, подаются документы на поступление. И, к сожалению, да, времени очень мало, хотя по вечерам пытаемся, садимся, что-то расписываем, придумываем какие-то сценарии, возрождаются новые идеи при общении, что-то записываем. Но, к сожалению, сейчас что-то реализовать достаточно сложно, так как нет... Команда есть, но нет такой собранности, чтобы собраться вместе, к примеру, уделить хотя бы одну неделю и сделать какой-то хороший проект. А хто зможе взяти участь в таких заходах? Абсолютно любой. Тобто це відкритий захід? Так, да, це відкрите мероприятие, і такі мероприятия ми проводили, коли тільки Всеукраинский литературный клуб «Феникс» начал своє существование. Ми как раз начинали з літературних вечеров. И на них мы делаем анонсы в интернете, соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. И я думаю, то, что человек, которого заинтересует такое мероприятие, то он всегда приходит. Мы пытаемся всегда угостить наших зрителей чаем, печеньем, так как это всегда приятно. І атмосфера, атмосфера хороша. Атмосфера, да. так, літературна. Ви хотіли ще там розповісти про ще щось, ще якісь проекти, я вже вас перебила, да. щоб уже не повертатися до цієї теми. Совсем скоро, я знаю, у нас буде проходити День молодежі в Николаєві. К сожалению, мы не успеваем сделать именно ко Дню молодежи большой проект, но я думаю, то, что большинство людей, с которыми мы работали, большинство людей, которые... В общем-то, читали уже какие-то отчеты по нашим бывшим мероприятиям, мы буквально в каждом отчете подчеркиваем то, что в августе мы хотим провести всеукраинский фестиваль молодежи. Это будет масштабное, очень масштабное мероприятие, которое мы хотим провести во Львове. И совместно с Киевской гильдией киноактеров, я думаю, это будет довольно неплохо, так как фестиваль молодежи будет включать в себя так же, как и номинации вокала, номинацию хореографии, номинации актерское мастерство, театральное действие и, я думаю, оригинальный тоже жанр у нас будет. Все наши участники получат призы, и я надеюсь, то, что вся Украина соединится во Львове. Если у нас, к сожалению, не получится во Львове, хотя у нас там практически уже все готово, то если нет, то мы сможем провести, к примеру, у нас в Николаеве. Хотя для меня эта идея более нравится, потому что так как клуб у нас николаевский, хоть и всеукраинский, но все равно я считаю то, что когда наш клуб возрождался, то наша главная цель – это было прославить Николаев на всю Украину и получить звание молодежной столицы Украины. До речі, як змінився клуб от з дня заснування і от сьогодення? Наверное, мы стали немного выпускать реже проекты любого вида, но только потому, что мы начинаем работать над ними более качественно, и проекты начинаем выпускать более масштабные, более интересные, более красивые. Начинали, как уже и говорил, с литературных вечеров. Это было классно, интересно, люди приходили, у нас также на любом литературном вечере читали наши декламаторы, наши актеры, но мы выделяли 20 минут для того, чтобы... У нас был такой момент, он назывался «Свободный микрофон». Любой человек из зала мог выйти, прочитать свою поэзию или поэзию своего любимого поэта. То есть без попередней регистрации? Конечно, да. Сейчас мы... Больше ставим какие-то цели на, возможно, всеукраинские фестивали, международные фестивали. К примеру, сейчас мы уже готовимся к международному фестивалю поэзии Серебряного века «Силуэт», которая проходит каждый год в октябре месяце. Это символично, я так думаю. И я надеюсь, что в этом году качество тоже... Организация будет немного лучше, то, что участников будет больше,
Мы начинаем просто сейчас уже готовить сайт, мы начинаем рассылать приглашения на университеты, мы начинаем рассылать приглашения на школы, на театры аматорские, потому что, к сожалению, в прошлом году мы столкнулись с проблемой, то, что мы приглашали людей буквально за месяц. Запизно, так? Да. И, к сожалению, люди уже говорили, то, что проходит тот фестиваль, тот фестиваль, тот фестиваль, и мы не успеваем к вам приехать. Очень много денег уходит, так как мы понимаем то, что... Сейчас большинство фестивалей в Украине – это не только стартовые взносы, это и проживание, и пропитание, и проезд. Но мы пытаемся найти каких-то спонсоров, мы пытаемся найти людей, которые нам будут помогать, меценатов, для того, чтобы наши участники практически не тратили денег на наши фестивали. То есть, когда к нам приезжают люди, мы пытаемся для них и гостиницу найти, и какое-то пропитание, хотя бы там завтрак и ужин найти. Там уже обед не всегда получается. Но мы думаем о нашем народе, мы думаем о наших людях, о украинцах, и также о наших соседях, которые к нам приезжают на наши фестивали, также и о иностранцах, которые тоже участвуют в наших фестивалях. Я думаю, то, что если мы начнем развиваться вместе и тянуть не только Украину, а и весь мир к культуре, то мы станем намного сильнее, намного мудрее. Порівняно з кількістю відвідувачів таких подібних заходів, от як змінилися взагалі, скільки людей приходять на такі заходи, зокрема молодь, як долучаєте її? По сравнению с 2012-2013 годом, в Николаївській області молодежь, я скажу чесно, почала тягнутися к культурі. Не только наша организация, не только литературный клуб «Феникс», а также и другие общественные организации делают для нашего города очень многое, делают различные интересные проекты, связанные с экологией, там, с культурой, с музыкой. То есть, в общем-то, на каждую организацию есть свой тип населения, свои люди, которые идут на мероприятия. То есть, кому-то интересна музыка, кому-то интересны стихи, кому-то концерты интересны с, там, где играют рок-группы и различные поп-группы. Да, да. То есть сейчас люди отрываются от компьютеров, люди отрываются от алкоголя, и действительно приходят, действительно мы делаем, кстати, специальные анкеты в Гугле, также их рассылаем по соцсетям, люди видят это в интернете, с нами сотрудничают такие организации, как «Типичный Николаев», такие различные тоже литературные клубы, литературные объединения в нашей области. Мы это все рассылаем в интернете, люди видят, вот, можно стать соорганизатором, можно стать участником. Они регистрируются, попробовали раз, все. Человек понимает, что это намного интереснее, чем посидеть дома в интернете и просто вот так лето потерять на самом деле. Ну, кто в деревню ездит, да, там еще можно понять. А люди, которые сидят действительно за телевизорами и за компьютером, я их не понимаю на самом деле. Мне хочется, чтобы они хотя бы раз попробовали, а тогда уже пусть делают выбор, чего они хотят. Чи допомагає вам влада в організації цих всіх заходів? Таке, звичайно, питання тонке. Очень тонкое. Значит, нам помогают... Да, нам помогают, но немногие. Нам помогают управление спорта и физкультуры Олег Машкин и его заместитель Наталья Мандзюк. Депутат городского совета Лариса Веселовская помогает, тоже очень сильно веселая, интересная женщина. Помогает управление молодежи Олег Соколик. В основном все практически... Да, больше практически никто. Я думаю, після сьогоднішнього ефіру всі кинуться допомагати. Не знаю, не знаю. Було б, звісно, приємно, але я так би ще хотів, мабуть, відмітити, то, що наш клуб став на ноги, мабуть, благодаря бывшому главі Заводського району, це Вячеславу Карцеву, потому что когда вот мы только становились, нам нужно было помещение, там давайте чаю купим на всех зрителей, давайте там еще чем-то поможем. Также мы всегда считали то, что для нашей молодежи, для наших детей всегда интересно получить какую-то грамоту. Но в 2014 году
Я прекрасно понимал то, что грамоты от литературного клуба «Феникс» практически на то время ничего не стоили, так как организация только создалась, и о ней практически никто не знал. Мы приходили к Вячеславу Карцеву и говорили: «Нужна помощь, давайте вместе». Он всегда к себе звал: «Можете там поставить там печати, к примеру, на грамотах?» «Да, да, без проблем, давайте там созданием помогу». Наверное, благодаря этому человеку мы смогли вырваться вперед, и в основном все. То есть, конечно, хотелось бы большего помощи от не только городской власти, а, наверное, и от области. Но, к сожалению, не у всех есть. Хотя, я честно скажу, у нас общественные организации не настолько просят деньги, даже насколько просят помощи самым элементарным. Это помощи со сценой, звуком. А нам всегда отвечают то, что сцены у города нет, сцену городу хотят закупить, но, к сожалению, не могут. А денег на аренду сцены также нет. Ну, к сожалению, у нас такое вот бывает. Да, це вже такі не дуже приємні новини, да? Але ж все-таки нікуди від цього не дінешся. Это обычные проблемы. Я думаю, любой общественник с ними сталкивается и пытается что-то найти. Я скажу, наверное, тот общественник, который не столкнется с этими проблемами, он не пойдет дальше. Потому что по этой дороге ми повинні пройти все. А окрім сцени, чого не вистачає ще нашому місту? Які, може, проєкти хотілося б створити, реалізувати, але поки що немає можливості? Значить, які проєкти можна було б ще створити в нашому місті? В основном в 2016-2017 год у нас в Николаевской области общественные организации создают практически все виды проектов, которые мы только можем себе представить. Конечно, что-то там из вида фантастики, я понимаю то, что у нас ни финансирования нет на это, ни какой-то даже помощи у нас на это нету. Но, честно сказать, Николаевская область сейчас вылаживается практически по максимуму. Если это не делают, к примеру, наши депутаты, которые также в этом заинтересованы, сколько они обещают, этим занимается молодежь. Молодежь выходит на нашу советскую, молодежь выходит на шестую, молодежь выходит где-то там на автовокзале, там, где есть большие площадки. Ставят небольшие колонки, которые действительно можно достать, которые нам дают, микрофоны дают, и делать небольшие концерты. Можно благодаря, значит, различным посольствам различных стран мы можем выиграть гранты. Пишем проекты, отсылаем, там рассматривают, и это тоже для нашей молодежи небольшой такой стимул, плюсик, потому что это цель. Если человек выиграет грант, то мы не будем практически ни от кого зависеть. Нам не будут сзади в спину стучать и говорить: «Вот это мы вам дали деньги», как это любят делать многие. Скажите обовязково. Да-да-да. А мы сами получаем в свою организацию грант и создаем проекты различные. То есть, в общем-то, к написанию грантов сейчас большинство молодежи тянется, потому что это интересно, это в наше время, наверное, практически единственный способ достать хорошее финансирование на любой проект. Тобто, в принципі, все залежить від нас самих, так? Да, якщо ми, да, не будемо щось робити, то нічого не буде. Я думаю, це не тільки в культурі, не тільки в такій організаторській діяльності, а в будь-якому напрямку. Якщо чоловік сам не захоче робити, то йому ніхто не допоможе. От ваша організація стільки створює різних проєктів, одразу виникає питання. Взагалі, от всеукраїнський літературний клуб «Фенікс» чим займається? У мене склалося таке враження, що тільки от створює проєкти. Значить, ми займаємося тим, да, то, що ми створюємо проєкти, ми проводимо різні фестивалі, зв'язані з літературою, зв'язані з різною культурою, і в основному ми притягуємо, ми призиваємо до себе молодіж, тому що ми показуємо то, що не потрібно тратити час на то, щоб, извините, ходить на митинги ради того, чтобы переименовать ту или иную улицу. Нам нужно заниматься тем, что требует наша страна, тем, что ей не хватает. Культурного развития в нашей стране действительно не хватает. Нам нужно, нам еще есть над чем работать, очень много есть над чем работать. И только с помощью нашей молодежи мы сможем вырасти, мы сможем стать сильной
красивой культурной нацией, и Украину, наверное, услышат во всем мире. З цим я з вами зовсім згодна. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли, що розповіли досить таку цікаву інформацію. І мені здається, що молодь, яка нас дивилася, можливо, також зацікавиться і буде долучатися до цих проєктів, як в якості учасників, так і, можливо, хтось якісь свої ідеї поділиться з вами. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нас в гостях був Олександр Єгоров, голова Всеукраїнського літературного клубу «Фенікс». Дякую, що ви сьогодні були з нами. До побачення!